Друзья, привет! А знакома ли вам проблема выбора, когда вы что-то создаете и вот думаете, а как лучше, вот это или вот это? Да, например, какие лучше поставить лепестки? Вот сейчас и у Полины стоит вопрос выбора. Поставить к этим анютиным глазкам кристаллы голубого или прозрачного цвета? И к каким лепесткам подставить? Вот, Полин, как между чем и чем ты выбираешь? Можешь сказать? Пока не увидела в камеру, не знала, нет, но сюда. Теперь знаю четко. Теперь знаешь четко. Да. Окей. И, девочки, знакомо ли вам такое чувство? Бывает, что надо с кем-то посоветоваться, чтобы понять. А вот покажи нам эту разницу. Блин, например, давайте мы с вами посоветуемся. Поставить беленькие кристаллики или поставить голубые для этой анютиной глазки? Ну вот, посмотри, здесь так, да, как красиво смотрится, очень мило и нежно. Но да. В то же время, если мы возьмем крылышко голубое с желтым и поставим кристаллы сюда, например, голубые, то это уже совершенно тоже другой рисунок даже, и характерность получается другая. Да. Да? И, соответственно, вот и всегда проблема выбора стоит. Девочки, вы бы что выбрали? Вариант с белыми кристаллами или с голубыми? Напишите, пожалуйста, под этим видео, а потом мы вам покажем, что в итоге выбрали мы. Вернее, что в итоге выбрала Полина Кузнецова для своей анютиной глазки замечательной с курса 12 декоров. Увидимся!